Мы не спеша на эшелоне идем по спинам облаков. А в комфортабельном салоне, устав от северных ветров, три роты личного состава летят гудеть на жаркий юг, ведут себя не по уставу. Вот проводницам пристают. Мой командир откроет книжку и чертыхнется, что устал. Мне скажет: вы, Михалыч, слишком. Забудьте к черту ваш устав, ведь вы теперь гражданский летчик, промолвит с искоркой в глазах. Да, был истребитель, стал извозчик, зато как прежде в небесах. Покуролесить бы над точкой, за спиной сидит народ. И нож куда-то сделать бочку. Увы, здесь все наоборот. Не перехват, а перевозка. Не на Кавказ, а в Таиланд. И на погонах три полоски. Был подполковник, стал сержант. Бежать с циклоном встречи, знать, потрясет кораблик наш. И пассажиров, как овечек, пасет кабинный экипаж. Как обмануть метеосводку, поесть, попить, как вариант. Нам кофейку нальет красотка. Ух! Как жаль, что я не лейтенант. Чтоб мы безропотно летали, дают нам пряник или кнут. Как там у Маркса в капитале? Эксплуатируют наш труд. Усталость лишь в сухом остатке. Порой с овчинку небосклон, зато нередко на посадке нам аплодирует салон. Мы не спеша на эшелоне идем по спинам облаков. А в комфортабельном салоне летят копченые с югов три роты личного состава, из дьюти-фри напитки пьют, ведут себя не по уставу, к бортпроводницам пристают.